Когда этому футболисту было 13 лет, он провел 4 месяца на стажировке в Бразилии в клубе Сан-Паулу. Роман Павлюченко удивительно, но вряд ли такой был из Волгограда, прикинь. Этот футболист говорит на 7 языках. Ого! Ага. Блин, как легко откидывать Романа Павлюченко. Брат этого футболиста болеет за принципиального соперника команды, в которой футболист стал легендой. Первый факт, который подходит Павлюченко. У него есть брат. Вся правая рука этого футболиста покрыта татуировками-оберегами. Ну, мне кажется, Роман Павлюченко, к сожалению, это. Я хотел подольше поискать факты под Романом. Изи катка.